Ольге безымянные письма птиц. Попала бомба и разбит вагон. А ветер что ему? Он здесь гуляет, хватает письма и выносит вон. И птичья стая кружится, порхает. Конверты птицы по небу летят. Куда лететь? Она теперь не знает. И адрес есть, но мать или солдат теперь напрасно письма ожидает. Теперь лишь только Богу свой рассказ поведает. Он только прочитает. Бывает трудно, но бою подчас. А рядом мой товарищ умирает. Им адрес уж больше не найти. Конфетам, птицам, белым оперением. Они теперь на вековом пути. Они теперь, как божье сновидение. Гнездо железный ястреб разорил. И выпрыгнули птенчики на волю. А кого-то ранил, а кого убил. За что они имеют эту долю? Летят, летят, а их с надеждой ждут. Любовь и вера каждой белой птицы. Но лишь на небе свой приют найдут. И будут только в сне приятно сниться. Белые птицы, ах, белые птицы, кружат над землей. Письма порхают, стремятся домой. Но не найти им же души души. Вечно кружится в небесной тиши. Это стихотворение посвящается тем людям, у которых родные и близкие погибли на Великой Отечественной войне.